Ну, красотульки мои, а? Мирося. Миранда. Миранда. Вот-вот-вот. Не хочет Миранда играть. А Димочка хочет. Да, зайка, скажи, а я хочу с тобой поиграть. Ты моя золотая. Девочка, манюсечка, манюсечка. Ой, ой, такая красота. Красота, красота, малышка. Все, Миранда спряталась. Мирандочка спокойна по характеру. Поиграться любит, конечно, да, но она такая нежная-нежная, прям няшечка-няшечка, доченька-доченька. А Димочка у нас такая девчонка, более открытая. Да, скажи, я быстрая, шустрая, да? Ты моя зайка, ты мой хороший. Вот такие девчонки-красотульки. Ждут, ждут уже мамочек и папочек. Маленькие-маленькие, девочки-микро. Малышки-малышки прям. Все это вот весь их размерчик. Волос только растет, растет, растет. Красивый, да? Мирусик. Мирочка. Мира девочка. Не хочет так. Вот так. Вот. Фигара, фигара, ягоза. Тык-дык, тык-дык, тык-дык. Тык-дык, да? Тык-тык. Ой, вот так вот вас видно будет вдвоем. Да? Ты зайка моя, ягоза. Мама продолжает уборку. Открыла дверь, чтоб все повыбегали. А они все зашли снова за мамой. Ну, вот так вот. Если я на улице не гуляю, и они уже идут потом домой. Выбежали, побегали, побегали немножко. И домой за мамой. Говорю, идите, погодка хорошая. Идите на улицу. Вот хочется все-таки поиграть дюймовочки с Мирандой, а Мирусик нет. Да, солнышко, ты устала? Ты устала, моя сладкая девочка. Ну, она такая по характеру просто милая-милая. Да, скажи, ну не хочу. Ой, красавец. Красиво очень всегда лежит дюймовочка. Просто прям волшебная девочка, как я на нее говорю, волшебная. Посмотрите на это маленькое прекрасное чудо. Чудо-чудо. Скажи, а если я еще лучше расчешусь, потому что я уже бегаю, бегаю, бегаю давно, то буду еще красивее. Да она во всех ракурсах красивая. И лохматушка, и заплетенная, да? Скажи, с бантиком и без. Моя Жойка. Жойка, прекрасная девчоночка, да. Кого девочки заинтересовали, пожалуйста, пишите вайбер, ватсап, телеграм, телефончик под видео. Желательно в семью без очень маленьких детей. Девчоночки маленькие, надо быть с ним аккуратненько. Да, золотая. Дюймовочка, ты просто чудесный ребенок. Дюмочка, Дюм. Красота, красота, красота. Кому красоту домой? На подушечку, на диванчик, под мышечку, в ручки. Вот так вот нежное-нежное создание. Ой-ой-ой, круть-верть. Красотулька. Обращайтесь, дорогие друзья. Это сладкая, сладкая девочка.